світ шоу-бізнесу нагадує джунглі. У ньому є свої леви, гієни та папуги. Але також живе у цих джунглях скунс Василь, якого досі ніхто не жер лише тому, що гидно і несмачно. Все, баста! Давай, выходи! Ища диада! Продюсер Антин, вы чули? Чули? Я наконец-то взял той си-бемоль, что вы казали, что у меня западает. Вы чули? Хватит! Это вообще си-бемоль, продюсер Валентин, а? Да, Васечка, к сожалению, я это слышал. Ага. Знаешь, я уже 3 дня слушаю твои вои, вот эти вот си-бемольные. Ага. Знаешь, что я думаю по этому поводу? Что вы думаете? Это все говно, Вас. Ну супер, здорово. Это никому не нужно, кроме меня, ты понимаешь? Ну, отлично. Не закрываем эту тему. Баста. Як, продюсер Валентин, як це закриваємо? Знову ви мене собрались виганять куди? Ні, ти розумієш, я от на днях пообщався зі своїм колегою, продюсером известного исполнителя шансона Бадди Кагмыри. Так. А вот, я так подраскинув мозгами і вирішив, ти будеш петь шансон. Жесткий шансон. Це класно. Новая волна русского шансона. Ты и ты гонишь эту волну. Я гоню, да. Ты теперь не Зирка Василь, ты Вася Кошерный. Продюсер Антин, ну опять, ну як це, ну Зірка Василь уже такі розкручені, мене всі знають, мене є фанати. Василь, єдиний твій фанат сидить здесь перед тобою, це во-первых. Во-вторых, бізнес-план очень простой. А сядеш, посидиш пару лет, наберешся репертуарчика, так сказать, а потом вийдеш, забабахаем тебе альбомчик, така обложечка буде яркая. Ты, черный бумер, баба с сиськами, 2 пистолета и название альбома «Детство в куполах». Успех гарантирован. Да не, продюсер Антин, у меня есть свой репертуар, уже такие отточенные песни. Как я буду петь песню «Уточка» теперь? Да элементарно. Уточки летят над нашей зоной. Уточки летят над нашей зоной. Ну, это нормально. Видишь, все получается. А пындра-каландра, як? Ну, да элементарно, Вась. Споешь... завари мне пындру, каландру вертухай, и ногами не махай. Не махай. Кстати, а учить буду, ты же сам все очень хорошо понимаешь. А як буде, как в небесах, як буде? А вот как в небесах, я бы тебе, Вася, не рекомендовал петь на зоне. Понял. Хорошо. Ну, все-таки продюсер, Валентин, понимаете, жалко, продюсер Валентин, я не могу расстаться с бигбордами, популярностью, бесплатными концертами. Это что получается, все закончилось? Да нет, мой мальчик, все наоборот, только начинается. Послушай меня, когда ты выйдешь из тюрьмы, мы запишем альбом, раскрутим его, тебе сразу начнут заказывать на корпоративы все состоятельные люди нашей страны. Потому что, Васенька, каждый хочет послушать что-то свое, родное. Так что забудь теперь, Васечка, про Зирку Василя. Теперь ты Вася Кошерный, звезда шансона. Да и если откровенно говорить, Василь, чисто с экономической точки зрения, нам обоим будет выгоднее, если кризис ты пересидишь на казенных харчах. Потом встал, пошел вон. Тьфу, с вещами на выход, Вася. Вася Кошерный! Еле! Звезда.